Да что ты понимаешь? У тебя даже отношений ни с кем таки не было. Ну просто другой такой, как ты, нет. А на двоюродной сестренке жениться нельзя. Тебе все это показалось. Да нет, не показалось. Как вы это делаете? Девушка, девушка, подождите. Но если проигрываешь ты, то ты идешь со мной в кино. А если проигрываешь ты, то я иду с тобой в кино. Нет. Если бы мы ставили комедию, то я обязательно вас бы утвердил. 38, 39. Позволь губам моим двум пилигримам мой сладкий грех лобзанием искупить. Дорогие друзья, мы переходим к очень ответственному этапу наших исследований, на котором от вас потребуется... Подождите, а где Сергей Борисович? А он ушел. Он просто вечером с сыном в кино идет, и поэтому вечернюю тренировку на утро перенес. Это уму непостижимо. Какая безответственность. Нет, видимо, этот разговор нельзя откладывать дальше. У многих из вас просто катастрофически хромает дисциплина. Уровень сознания, ответственности, как у школьников младших классов в средней школе. Профессор. В чем дело? Можно выйти? Ну вот, пожалуйста. Ну, конечно, можно. Можно. Привет, пап. Ну что, кино сегодня в силе? О-хо-хо! Толик, сынок, здравствуй, проходи. Конечно, в силе. Проходи, давай. Я не понял. Это что у тебя под глазом? Да так, ничего. Так, ничего. Ты хоть ему навалял, а? Нет, он был сильнее. В смысле сильнее? Ну-ка, иди-ка сюда поближе. А это еще что такое, а? Нет, ничего себе, конечно, он сильнее тебя. Он же года на 3 тебя старше и килограмм на 10 тяжелее. А ты откуда знаешь? Знаю. По синяку все видно. У меня в синяках опыт, знаешь, какой. Ну-ка, как его зовут? Антон. Антон? Ну, пойдем поговорим с этим твоим Антоном. Пап, может, не стоит? Не стоит обижать маленьких. Вот это он должен запомнить. Все, пойдем. Ну, показывай. Вон тот, который в кепке. Как ты узнал? Догадался. Здесь стой. С Динарой? И что она тебе сказала? Сказала, что маленьких обижать нехорошо. Ну что, герой, как дела? Нормально. Это пока нормально. Вон сейчас подойдешь к Толику и извинишься перед ним. С чего это перед ним должен извиняться? Фингал у него видишь? Красиво, правда? Ну да. Вот если не подойдешь, у тебя будет лучше. И больше. И сразу на оба глаза. 5-4, 5-4. Арс, лучше, чем свои упражнения делать, научился бы свои превращения контролировать. Я постоянно пробую, просто пока не получается. А что ты против моих упражнений имеешь? Я ничего не имею. Просто в красавца, которого ты превращаешься, и так все девчонки его. А у твоей родной внешности шансов нет. Хоть упражняйся, хоть не упражняйся. Я хочу нравиться девушкам своей настоящей внешностью. Таким, какой я есть. Без всяких способностей. Наивный, да? Вот это 3. Да. Это 5. Алло, да? Здравствуй, Алина. Нет, это тот Арсень, который Меркуцев. А, тебе брата?
Его сейчас нет поблизости. Ну, я ему передам, что ты звонил, и он тебе перезвонит. Ага, пока. И что, красавица, между Ромео и Меркуцио выбрала Ромео? Боюсь, у Меркуцио нету шансов. У Меркуцио нету шансов до тех пор, пока Ромео не накосячил. В смысле? Ну, в смысле, когда тот Арсен ее обидит, тут появляешься на помощь ты, и все, все шансы у тебя. А как он может накосячить? Да как угодно. Конечно. Например, ты делаешь фотографии с девчонками, которые компрометируют его, и отправляешь Джульетте. Она, естественно, расстроилась, пустила нюни, сидит. И тут появляешься ты, начинаешь ее успокаивать, цветы, конфеты. Она начинает думать, он плохой, ты хороший. И все, у истории совершенно другой конец, который называется не Ромео и Джульетта, а Джульетта и Меркуцио. Ходи давай. Это идея. Спасибо, пацаны. Поможете? Не-не-не, мы тебе гениальную идею подкинули, а дальше ты ее сам давай воплощай в жизнь. У нас тут партия принципиальная. Все, тут я приехал. Спасибо. Ну да. Смотри, у меня дома одна лунка осталась. Да, иди ты со своими нардами. Здравствуй, Эридар. Я за тебя очень переживаю, у тебя все хорошо? Да, не переживайте, у меня все отлично. Я как раз сегодня в Алмату на пару часов приеду. И мы с Самирой куда-нибудь сходим. Алло, Эридар, привет. Привет, моя хорошая. Сходишь мне на каток? Ну, на каток так на каток. Потом сходим с тобой в кафе, и я отведу тебя домой. Здорово, жду не дождусь вечера. Ты на коньках стоять умеешь? Есть чуток, а что? Пошли сегодня с нами. Я в чужие отношения не влезаю. В моих отношениях с двоюродной сестренкой обузой ты не будешь. Я вот просто кататься не умею, а тут хотя бы человек с опытом. Хорошо, мне не сложно. Спасибо. Сергей Борисович, там вас спрашивали. Кто? Какой-то здоровый мужчина. Я его не пустила. Но он не уходит. Ждет вас у входа. С ним еще мальчик. Полицию вызвать? Не, не надо, я сейчас подойду. Ага. Может, и не сейчас. Не думай, может, и не подойду. Свысока. Наступит время, сам поймешь, наверное. Свистят они, как пули у виска. Мгновение, мгновение, мгновение. Мгновение спрессованы в годах. Мгновения спрессованы в столетия, и я не понимаю иногда, где первое мгновение, где последнее. У каждого мгновения свой резон, свои колокола, своя отметина. Мгновенья раздают, кому позор, кому бесславие, а кому бессмертие. Извини за опоздание, мы долго собирались просто. Привет, меня зовут Самира. Привет, я Камила, очень приятно. Она симпатичная. Самира. Спасибо, но мне до тебя еще очень далеко. Я извиняюсь за нее. Да не за что извиняться. Так и будем стоять, или пойдем уже кататься? Пойдем.
Пап, фильм через полчаса начнется. Пойдем? Ты знаешь, Толечка, наверное, не получится. Сегодня работы знаешь сколько, сынок? Вон мячики подкачать, вон график работы написать. Ну, давай один сходи сегодня, хорошо? Все. Понятно. Пап, Антон со своим отцом тебя ждут. Да? Ну ничего, подождут. У меня вон работы вон сколько. Я еще уходить не собираюсь. Пап, вот. Если ты боишься, то можно через служебный вход уйти. Что? Что ты сказал? Боюсь? И это такие слова я слышу от своего сына, а? Ну-ка, пойдем. Ишь ты, боюсь. Как ты можешь вообще такое мне говорить, а? Пойдем. Парни дали правильный совет. Я изменю отношение Алины к тому Арсену. Увидев эти фотографии, она с ним в жизни общаться не захочет. Ну, в смысле, с таким мной. А другой я поможет ей понять, кто действительно достоин быть с ним. Получилось? Ага. Думаю, достаточно. Спасибо, девчонки. А теперь скажи, чем эти фотографии тебе нужны? Неважно. А ты их в интернет не выложишь? Нет. И в ЦИА никому не покажешь? Нет. А зачем мы их тогда делали? Долго объяснять. Просто отправьте эти фотографии на этот номер, когда я скажу. Чей этот номер? Неважно, просто сделайте, как я вам сказал, и больше ничего не спрашивайте. Ждите СМС. Арсен! Он на фотографиях как обычный Арсен. Может, стоит ему об этом сказать? Нет, он же сказал больше ни о чем у него не спрашивать. Просто делать, как он сказал. Наверняка он в курсе всех особенностей своих способностей. Папа, не там. Да? Я думал, там они. Ладно, пойдем туда. Убежать хотел? Никто не собирался убегать. Все, вот пришли. Ты сына моего обидел. Никто его не обижал. Давайте так. Я его просто заставил. Попросил его извиниться перед моим сыном. Вы посмотрите, ну разве куда это годится? А что, красиво? Я вижу, ты такой же хочешь. Подождите, вас как зовут? Давайте так. Антон. Антон, вот. А я Сергей Борисович. Да, я просто хотел объяснить вашему сыну, что нельзя... Я не понял, у вас что, в семье все Антоны такие? Да. Так, дети, расходитесь. Сейчас кому-то будет плохо. Правда, я еще не понял, кому будет плохо. Ну все, Горилла, ты меня достал. Балаларды бағу, білгеніңді кімге үйретерсің? Білмегеніңде кімнен сұрарсыз? Абай Құнанбаев. Пойдем, Толик, а то в кино опоздаем. А тети нет дома? Задержалась, наверное. Ладно, ты проходи, чувствуй себя как дома. А мы пойдем укладываться спать. Да, солнце? Да. И давай договоримся. Тете Алье ты ничего не рассказываешь про Камилу. Хорошо? Да, но при условии, то, что ты мне все про нее расскажешь. Ну что тебя интересует? Вы с Камилой встречаетесь? Нет, мы с Камилой просто друзья. Ну конечно, ты же не сторонник серьезных отношений. Ну опять ты начинаешь. А она тебе хотя бы нравится? Ну, как бы тебе это сказать? Она очень даже... симпатичная. А вы уже целовались? Так, солнце, по-моему, ты уже много вопросов задаешь. Ну скажи. Так, все. Много будешь знать, проболтаешься тете Алие. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Спасибо большое, что все-таки вытащил меня на каток. Я так давно там не была. Твоя сестренка, она просто прелесть. Да вы прям сдружились.
правда, она у тебя такая классная. Ты ей тоже понравилась. Она так и сказала. Камила хорошая. А ты так считаешь? Ну, это один из немногих случаев, когда я с ней полностью согласен. Да, тетя Ле? Ругать. Сейчас пойду ее успокоить. Ладно, удачи тебе в этом. Тетя, ну подумаешь, пару раз упала на коньках, но ничего страшного же не случилось. В детстве, тем более, у всех были синяки. Хорошо, завтра созвонимся. До свидания. Привет, Арсен. Привет. Что за срочная встреча? Еще и так поздно. Тебе что-то важное? Да, я хотел поговорить о моем брате. Дело в том, что он не тот, за кого себя выдает. Да? А что с ним не так? Он любитель разгульной жизни. У него даже девушка есть. Вернее, не одна, а несколько. И одна из них узнала про тебя и нашла твой номер телефона. И если вдруг кто-то тебе позвонит или напишет... Секундочку. Да, конечно. По-моему, не только его девушка нашла мой номер телефона, но и твоя. Я на секундочку. Алло? Что это было? Что именно? Да я насчет фотографий. Как так получилось, что я на них обычный? Я откуда знаю? Ты попроси не задавать лишних вопросов и сделать, как ты сказал. Я сделала. Точно. Сейчас ты будешь последним подонком. Ты мне не нужна. Что? Я говорю, вали отсюда. У меня таких, как ты, полно. Даже не таких, как ты, а гораздо лучше, чем ты. Ты, если честно, так себе. С тобой все в порядке? Со мной все отлично, это вот с тобой что-то не то. Если ты решила, что достойна меня. Тебе, если честно, с твоей стрёмной внешностью лучше с моим братом Арсеном встречаться. Тем более он любит тебя, дуру. Угораздило его. Ты ненормальный какой-то, псих. Да тебе лечиться надо. А еще ты толстая. Да заткнись ты, дистрофик.